А вот в какой стране самые красивые девушки? О, девушки, девушки, думаю, в России. В России? Да, все-таки, да. То есть экзотика? Нет, в России настолько многообразно, настолько много разных у нас регионов и национальностей, что все-таки, мне кажется, здесь интереснее. Вот что значит русский композитор. Советского Союза, легендарная София.